Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроу в Брюсселе подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки, согласно которому Бельгия обязалась предоставить Украине не менее 977 миллионов евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года. Соглашением Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную безопасность, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по боеприпасам и будет содействовать проведению военных тренировок. К тому же в соглашении Брюссель четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО. Бельгия – 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства.